eGaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Еще раз всем добрый день, друзья, и еще раз добро пожаловать на матч китайской квалификации EHOME против CDC. У микрофонов Друг и Бафик. И это Best of 3 противостояния. Первая игра была за командой CDC. Что скажешь по второй? Ну, привет всем, кто только подключился. Игра была жесточайшей. Первая 50 с лишним минут, и противостояние до конца оставляло интригу. По второй карте хотел бы сказать, что надо бы банить Феникса, но... У меня есть небольшая инсайд-инфа, она на одном из мониторов, который пока еще наши зрители не видят, что Феникса все-таки не забанили игроки команды EHOME, и шансы у CDC теперь настолько же большие. Они не взяли в прошлом пике Faceless Void, потому что его забанили. Под Феникса Faceless Void и ты отмечал, и полностью с тобой согласен, идеально заходит. Если сейчас будет доп-контроль еще под Феникс Сан, то под Супернову, то плохие новости для EHOME. Очень плохие новости. Да, пока пики CDEC снова радуют. Вновь они оставляют себе Феникса за собой. Собственно, при этом еще появляется Void, который очень неприятен. И также хочу сказать, что Void неплохо против Лосилера в каком-то смысле, потому что если вдруг хорошая хроносфера, Лосилера можно эту хроносферу, в принципе, и убивать. Вообще, Лосилер — это очень сильный персонаж. То, что он появляется у EHOME, это тоже хорошие задатки. И в том числе, возможно, разбивать Феникс Сан будет не так уж сложно за него добраться. Если будет недалеко находиться Лосилер, то он сможет его разбить под рейджем при желании. Но, опять же таки, будем помнить про Войда, который может поставить хроносферу. Под все это дело также работает и ультимейт Феникса. Это, как говорится, опосля добивающий такой фактор уже. То есть поверх хроносферы. Очень неприятная связка героев. Ну, Венга, она хороша. Она хороша против Войда. Мы понимаем, что она может выспапнуть, например, кого-то с купола. Она может кое-как и синициировать неплохо иногда тоже. Поэтому, в принципе, пики у EHOME нормальные, добротные, но мы видели в исполнении Феникс, в исполнении CDC уже Феникса. Он да, очень хорош. Да, я был чересчур хорош. Я очень хорош. Да, и дэмэджа невероятно много в каждом файте вносил. Чуть ли не топ-1, топ-2 был в каждой драке. Это при том, что это не ДДшник Феникс, это саппорт. Это саппорт Феникс, который, в принципе, ничего не фармит. Там занимается просто перемещениями, занимается ганками. Так же, как и Скайрос Маг был в составе команды CDC. Но они со старта взяли шикарные обороты, набрали. За первые, по-моему, минут 8 каждый из саппортов имел по 3 фрага и шел со счетом 3-0. Следовательно, ну, хэндикап мощнейший был у команды CDEC, и они не потеряли это вплоть до конца первой карты. Ну, надо собираться, EHOME, надо что-то выдумывать против этого Феникса. Теперь тоже должен появиться какой-то контроль против Феникса. Возможно, возьмут сами EHOME снова Бэтрайдера. Винга у них есть, то есть против Бэтрайдера мало кто там, разве что Дизраптор сможет нормально работать. Так что... Вполне может быть, взяли Дума. Дум может быть хорош против Войда в определенных ситуациях, при определенных раскладах. Если получается Войда поймать до его хроносферы, то Дум неплохой выбор. Против ДК Дум слабоват, мы это отмечали уже. Если ДК в форме, если ДК уже как бы все прокастовал, то по факту Дум бесполезен. А Timber Soul, я думаю, могут EHOME снова взять. Все-таки ну вот я думал, возьмут ли, На миде нормально, и лайфстиллер ест ДК хорошо очень. И Timber с ним прекрасно справляется. Сларк в бане. Это из тех, кто у нас толстяков просто съедает. Даже не давится. Элдер Тайтан от CDEC. Ай-яй-яй, какой же жесткий прокаст у команды CDC. Это все под куполом, друзья, не будем забывать. И Титан, и Феникс. Невероятно много дэмэджа будет под комбинацию команды CDC. Нужно думать. Нужно думать команде EHOME. Они берут шторма. Угу. Ох, все изменилось. Просто поменялись героями отчасти. Но Феникс по-прежнему отчасти, со стороны да, команды CDC. У меня очень большие опасения по поводу команды EHOME при пиках уже. Потому что комбинация CDC выглядит устрашающе. Действительно устрашающие герои. Да, и что классно в ней, если, например, ошибется Faceless Void, неудачно ворвется, там Elder Titan подстанет. Да. Если ошибется Феникс, влетит и начнут яйцо разбивать, там Faceless Void влетает, ставит хроносферу. То есть не так, знаешь, что либо 100% реализации, либо хоть что-то пошло не так, все это
что-то ломается. Нет ничего подобного. У CDC есть варианты где-то немножко поднастроить эту комбинацию в процессе самого файта, так что они хороши. Ну и Тайдхантера банит Цедеки и Леона банит команды Ехоум. Еще один контроль, кстати, который тоже классно бы зашел под все, что мы видим в пике команды CDC. Это волевое решение. Здесь Silencer может быть крайне хорош. Но до конца игры 6 левел получит. Да. Но есть одно большое но. Первое — это кулдаун ультимейта Silencer. Самое первое и самое важное. Во-вторых, это сама тонкость этого героя. Он очень тонкий. И еще и в рейскин появляется здесь. И очень неприятный, очень жирный, очень боевой пикуется дек. И Silencer — это хороший выбор, это интересный выбор, действительно, он может быть крайне рабочим, он может привнести Ехоумам тот самый нужный контроль, который им не хватать будет против этих героев. Но, по факту, Silencer — герой, которого мы привыкли видеть в таверне в основном. Так оно может быть в этой ситуации тоже. Да, я тоже очень уязвимый герой. Очень опасная история. Думу отдадут одну из корпозиций, Old Eleven забирает этого героя, так что Ехоумы... Ну, не сказать, что идут ва-банк, но они очень рисковый пик взяли. Очень рисковый у команды CDEC. Все гораздо проще, и оно очевидно даже там не особо серьезным дотерам, аналитикам, вот как мы с тобой. Ну, тоже есть у них такой момент, как кулдауны тоже существуют. У них очень неплохие, немаленькие тоже на хроносфере. Даже на Феникс Сане есть кулдауны серьезные. Поэтому тут драка будет строиться на как раз-таки на драках. Да. Игра будет строиться на драках. Посмотрим, мы видели, а если будет большой сильный кулдаун, команда CDEC просто собирает рефрешеры. Мы в прошлом матче видели два рефрешера и на Бестмастере, и на Фениксе. Тем более, если все начнется так же, как в прошлой карте, то у CDEC не должно быть проблем. Но посмотрим. Ехоумы — это не проходная команда, это точно. И за любую ошибку они готовы наказывать. И, надеюсь, будут это делать, чтобы мы full best of 3 посмотрели. Да, ну что ж, поехали, посмотрим, кто на ком играет. У команды Ехоум Old Eleven сыграет на Думе, Old Lanem сыграет на Silencer, Fenrir, Vengeful Spirit, Ice, Slave Stealer и Old Chicken на Storm Spirit. Ну и команда CDC Q забирает себе Феникса, Яо будет играть на Faceless YD, Guardian забирает себе Elder Titan, Rabbit будет играть на Race King, и Супер берет в свои руки Dragon Knight. Супер показал отличную игру на Шторме, предыдущую. Яо, естественно, потрясающе исполнил на Фениксе. Посмотрим, как будет на этот раз. Ну и от Ланема в этой игре зависит тоже очень много у команды Ехоум. Ланем, который может стать здесь как такой, знаешь, игрушкой для битья. Или может же все-таки стать каким-то таким настоящим геймченджером, который будет влиять очень сильно на драки и на положение своей команды в игре. Поглядим, получится ли у Ланема реализовать такого героя, как Silencer. Очень непростой герой и очень уязвимый герой, что самое главное. Я хочу еще обратить твое внимание на то, кто же на ком играет. Феникс теперь не в руках Яо. Феникс в руках Кью, а Яо забирает себе Faceless Вайда. На хардлейн идет у нас Яо. Ему отдали корпозицию. Если в прошлой игре он был саппортом в пачке с Карис Магом, то здесь Яо у нас фармящий Faceless Void на харде. Ну, там что? Скорее тоже был как бы такой хардовый Феникс, он был непонятно, там где-то четвертая, третья позиции скорее, как-то так там. Там же, помнишь, был у них Бестмастер, который тоже лесной был в основном. Ну, просто все наши комплименты по отношению к Фениксу, они относятся к Фениксу, исполненному от Яо, да. А факт. Теперь Кью. Ну, у Кью есть хороший пример для подражания, так. Но Кью хорошо сыграл на Скаймаге, тут тоже нельзя отрицать, стартовые минуты от Кью были потрясающие, поэтому поглядим, как он на Фениксе исполнит. Феникс, будем откровенны, не то чтобы самый сложный герой, он просто требует хорошего позиционирования в игре. Он должен, игрок на Фениксе должен понимать, где сейчас находиться. Это самое главное. Яо. В сложной линии будет ему действительно сложно. Здесь и Lifestealer, который хорош, здесь и Silencer, который тоже неплохо разбивает таким хелсбар товарища Войда. Ну, и на центральной линии интересное противостояние. У нас также это Dragon Knight против Шторма. И, ты знаешь, Шторм чувствует себя неплохо против ДК обычно на таком раскладе. Ну и видим мы, что в сложной линии ни у кого у команды Ехоум попросту нет. Doom сразу же отправился в леса. Винга пока тоже там занимается дивардингом и разбила ближайший кемп к верхней линии большой.
Дум даже и не думал идти на верхнюю линию, он сразу стартовал с Айрон Талона. И, видимо, уже смещение, развязаны руки у того самого Феникса, он приходит на центр и разминает Олдчикена. Олдчикен просел и вынужден нажать салвочку уже. Да, и я вот там немножко напрягали на ботами, но мы знаем особенности такого героя, как Войд. Проблем он не чувствует. Но противостояние на миде достаточно ровное. Несмотря на то, что Олдчикен у нас рынжевик, да, по идее, должен как-то мучить супера. Но не тут-то было. По крипстату все прекрасно. Супер уже прилетает батла. Пробивать ему с каждым левелом все сложнее будет. Олдчикену пробивать супера. Ну, и пока мидеры идут достаточно ровно. Да и керри позиции тоже у нас без большого такого разброса. Кью на Фениксе занимал позицию в ожидании курицы, но не увидел ее нигде. А у Делевена, если увидел, забрал бы, мне кажется. Ну да. Ну, так, нападение на Олдчикена неплохое. Очень такое неплохое нападение, но дэмэджа недостаточно пока. Это было видно. Кью неплохо размял Олдчикена. Супер тоже тут подзадул. Ну и шторму здесь нужна хилочка. Летит ему, я так понимаю, баночка. Да, вот и она. Не дождался Феникс этой куры. Хотел ее разбить. Выбрасывает на талисман, чтобы больше налегенилось в итоге маны. Ну и Яо. Яо, возможно, сейчас будет погибать. Станет Венги, под сальницем находится Яо. Еще пару ударов нужно сделать. И Айс должен добивать, но добивает как раз-таки Фенрир на Венжер Спирит. И это First Blood для команды Ехом. Отличное действие. И хорошо. Хорошо работать на сальнице против Войда. Мы видели, что этого сальница после стана Венги было достаточно, чтобы убить Войда. Да, на стартовых этапах с такими ребятами, даже как Войд, можно разбираться. На самом деле ХП немного. В целом, я думаю, что во многом зарешал этот отрыв команды CDC. Вот когда началась игра со счета 13-2, мы не можем говорить о том, что эти фраги там, ну, очень дешевые. Они очень дешевые, но по сумме этих дешевых фрагов CDC очень огромный отрыв получили. Здесь пока видим достаточно ровная игра. У нас к четвертой минуте в прошлой карте, по-моему, счет уже там 6-1 был или 6-2, что-то вроде того. Сейчас немного поровнее идут обе команды. Да и вообще по крипстату тоже без отрыва. Следовательно, это все по экономике не позволяет ни одной, ни другой команде как-то сильно одеяло на свою сторону перетягивать. Да, ну и видимо, что Феникс возвращается к верхней линии. Дум уже тоже там, кстати, он купил себе транквилки. Но нужно быть ему осторожным, все-таки армора у него не так много, всего лишь 5, естественно, если нужно будет, его поймают и убьют. Вот он халявить пришел, Old Eleven занимает опасную позицию для себя, но пока его здесь не видит. Вот сейчас Титан его увидит, и Old Eleven, возможно, будут проблемы. Ай-яй-яй-яй, Old Eleven спокойно просто убегает. Не было чем подцепить. Возможно, какой-нибудь там стомп бы... А у него есть, кстати, и спирит, и стомп, но он решил не юзать. Видимо, да, видимо, там земля второго допустить. Левела, его бы, конечно, не забрали. Угу, так точно. Сложно с Думом разбираться, да, он мягкий, но при этом толстый, поэтому... Под землей регенерация просто серьезная, да. Да, действительно, ты правильно сказал, что тут, возможно, это и не стоило того. Два левела... Отделяет Войда от шестого, собственно, четвертого Войда. Ну и нужно как-то получать купол под купол. Тут, возможно, цедеки какие-то интересные махинации проделывают свои. Супер чувствует себя неплохо на центральной линии. Немножечко уступает буквально на два крипа, но это мы понимаем, что совершенно несерьезно. ДК хорошо стоит против шторма, как бы там ни было. Убивает у нас Тума, все-таки на топе подставился, не удержался. Old Eleven и не избегает гибели. Ой, уже готовый мидас у Рэббита за 5,5 минут. Сейчас вот эти два крипа, и у него будет готовый мидас. Рэббит чудовищно хорош, на самом деле. Он в топе у нас практически по крипстату, и с появлением мидас должен начинать обгонять Найкса. У нас Найкс в это время цепляет Яо. Яо получает много дэмджа, но у него есть таймволк. Они продолжат погоню. Они продолжат погоню. Кулдаун достаточно велик у Яо пока что. Ну и никуда уже не отпустит, естественно. Уже который раз мы смотрели, когда забегает сюда герой и останавливается. Проделывает этот зигзаг и стоит в конце и понимает, что никуда отсюда уже не уйти. На топе. Дум сейчас, возможно, даже будет погибать. Нападение на него пошло уже. Олд Левена прожигаются на рейм. Также хостом хороший. Рэббит. Ну, Олд Левена не отпустят, естественно. Также и Карус Дайв неплохо продамаживает. Это килл для Врескинга. Ну, действительно, ты правильно отметил, у него уже есть мидасик. Заработок хороший у Рэббита со старта этой игры. Да, сейчас пойдет артефакт за артефактом, на самом деле. ПТшка, потом армлет, потом какой-то дагер. И он под эту комбинацию с Яос, с Вайдом
серьезнейшая ударная сила. Яо снова цепляют. Только на него вешают open wound. Сразу же делает отсюда time walk. Он видел в прошлый раз, чем это может заканчиваться, если ты немножко подольше потусишь рядом с лайфстилером. Как ни крути, даже без артефактов лайфстилер тебя съедает. А тут мы можем уже говорить о наличии артефактов. Фейсбуцы имеются, есть Blightstone. Так что даже таким ребятам, как Войт, очень больно. Да, ну и видим, что Алчикин в центре уже тоже немало дэмэджа получает от Брэсфайра. Все-таки Dragon Knight тоже могет. Да, тут немного по левелу отстает Кью. Если у Феникса на 8-й минуте уже была супернова тогда у Яо, то здесь на 8-й минуте у Феникса только 3-й левел, Кью. Ну, в целом, команда CDEC начинает не так ретиво, как в тот раз. Действительно, и в прошлый раз старт был намного повеселее, но тут видно, что Ехом подсобрались тоже. Они очень хорошо пока стоят свою нижнюю линию, не дают практически продохнуть Войду, хотя, ну, тот получает, в принципе, экспу, у него там 5-й левел, не так долго остается уже до ультимейта, но при этом дважды уже его убивают, то есть нижнюю линию команда Ехом отстояла отлично. Это не может не радовать Ехом, видно, что подошли очень серьезно к этому матчу. А, это верно, у нас Single Elimination система, напомню, для нашим зрителям. Если проиграла команда в Best of 3 серии, то она просто-напросто покидает турнир. Никаких вторых шансов. А сетка это не дает, это плей-офф стадия. И в этой плей-офф стадии либо ты выигрываешь, либо ты ждешь следующего сезона. Чтобы побороться за приз, ни много ни мало, кстати, $300 000. Так что один из крупнейших на данный момент по призовому фонду турниров. По-моему, самый крупный на данный момент из текущих. Если мы International еще до старта квалификации, можно говорить, что International еще не начался. Так что это крупнейший. Я не помню, сколько там у Ньянга, если честно. Ну что-то да, один из самых крупных, это факт. Не помню просто все призовые, к сожалению. Old Eleven у нас стоит в позиции, у него нет до сих пор дума. Old Chicken врывается на супера, и это была инфест бомба. Неплохой подарок суперу. Киндер сюрприз его просто-напросто съедает. Рэббита тоже пытаются ловить, и у него был съеден тролль. И это идеальный крип на самом деле для Old Eleven. Поймали Рейс Кинга, и сейчас никуда его просто-напросто отсюда не отпустят. Хотя Рэббит бежит. Бежит, но от Чикина сложно очень уходить. Какой стомп от Гардиана! Казалось бы, наладились дела у Рейс Кинга. Не тут-то было. Много. Чем еще хороша связка Шторма и Найкс, это то, что инфест-бомба. Все-таки мы когда-то давно, я помню еще времена, когда это была очень популярная связка героев. Очень часто на неделе появлялись эти герои вместе. И работает неплохо инфест-бомба через Шторма, потому что дэмэдж сразу же колоссальный влетает, когда Шторм прыгает. Ну, естественно, из него выпрыгивает также Найкс. Дэмэдж хороший и достаточно быстрый, что самое главное. По факту это практически бёрст. Есть купол у Войда, пока реализацию мы не видим. То есть никакого телепорта на топ не следовало. Я, кстати, помню вот в продолжение той темы, которую ты затронул, когда лайфстиллер не был так популярен, когда его не брали везде и повсюду, как только он появлялся в пике, сразу и аналитики, и комментаторы, все начинали разбираться и пытаться предугадать, под кого же взяли лайфстиллер, с кем он будет врываться. Со Штормом, с Паком, там, с Бэтрайдером, да, в пачке. Просто с каким-то инициатором он всегда врывался. Просто сейчас лайфстиллер стал более универсален, он может и без инициатора сам по себе быть достаточно крутым, хорошим. Вот примерно как Веспа, помнишь, когда пикали, и все думают, ЦК это будет, или это Тини будет, там, или это Свен будет под Веспа. Но сейчас и Веспа просто так берут, и лайфстиллера. Но вот старая добрая инфест-бомба, это мы видели, как это неприятно даже таким плотным жирным ребятам, как Рейс Кинг. Армлет появляется у товарища как раз-таки лайфстиллера. Ну и 900 монет у Рэббита, тоже после тридов. И вновь инфест-бомба готовится в Волчикине. У нас находится лайфстиллер. Он пытается на себя заманить, наверное, Шторм, скорее всего, кого-то. До сих пор нет у него второго скилла Шторма. Пока контроль считает Лучикин не нужен ему. Да, и в прошлой игре, кстати, не собрал наганим. Я почему-то ждал, надеялся, думал, появится этот... Ну, прикольно. Такой красивенький получается скилл. Но редко его берут. Все-таки очень редко. Как ни крути. Так, ну и как дела у нас у CDEC? Они выходят под смоком вниз к Войду, понимают, что реализация купола должна последовать, но пока не удается тут никого найти команде CDSC. 4-2 еще. 12-я минута игры. Давайте, наверное, посмотрим на нетворсы, в итоге на графики. Да, и у нас 11 минут уже прошло. Видим, что команда Ехом просто по топ-линии запушивает
Т1. Ну и, пожалуйста, как предполагалось, в Race King, у которого уже давненько таки есть Мидас. На первом месте 5300. У него не сильно от него отстает Шторм Спирит. И от Шторма, на самом деле, ДК отстал. Если там была разница в 2-3 фрага, где-то минуты 3-4 назад, в 2-3 крипа, точнее, минуты 4 назад, то здесь, видим, достаточно неплохое отставание. Где-то в 700 по голде у ДК. Что вообще по артефактам у ДК? Ничего, ничего. У него ПТ, ботл и 1200 голды. Посмотри, как Рьяна Яхума взялись за топ-линию. Думают, ну не вы не приходите выдефать, мы будем пушить. Все очень просто. Да, по-хорошему дефить здесь, мне кажется, с деком да и не стоит, потому что могут их тут и похоронить. Вот интересно, какой кулдаун сейчас на ультимейте у Race King, откатился ли уже этот ульт? 47 секунд. Да, 47 секунд. Ну, вот как раз-таки сейчас драться с деком и не стоит, потому что без ультимейта в Race King активно вот так вот действовать не получится. Он уже практически купил себе, я так понимаю, Мьёльнир, то есть Майлштром. Куда это меня уже занесло? Я уже захотел Мьёльнир увидеть. А, нет, это Армлетик будет. Да, Армлетик будет, да. Я тут просто эти переключения с монитора на монитор, я уже теряюсь. Да, Армлетик будет у, естественно, Race King. Да, я думаю, там и Даггер должен потом попозже немного появиться. Ну и у нас снова инфест-бомба, Волчикин внутри себя держит лайфстиллера, и у него рецепт на Бладстоун появляется рановатенько, может, как-то. Хотя нет, немного голды остается, арканбутсы здесь разберутся, и 1200 на Devil Chicken до покупки Бладстоуна. Айс выпрыгивает, не стал ждать момента врыва. Просто надоело сидеть. Ни тебе денег, ни тебе экспы, что это такое вообще? Должен я здесь прозябать, решает у нас Айс. Ну и Т1 должен падать, это команда Яхоум, и по сути цедеки должны дефать его. Да, есть купол, и на готовности находится Яо, прожимает форму супер и начинает потихонечку отходить. Яхоум, в принципе, была бы здравая идея здесь уйти просто, забить на этот тавер, пойти фармить себе другие линии спокойно, пойти фармить лес, потому что все-таки форма была потрачена. А вот после как раз-таки окончания формы у супера можно попробовать в пуш и выйти в итоге. Далеко от мида не уходить, наверное. Но при этом сейчас здесь и сами немного попушат Т1 тавер, наверное, в центре. Да, но я хочу отметить такой момент, что вроде бы отошли Яхоум, казалось бы, потратили время, но не тут-то было. На топ-лейн перемещается лайфстиллер. Айс продолжает фармить. Лиса выфармливает у нас Олд Чикен. Здесь несколько стаков было. То ли саппорты это делали, то ли Олд Чикен. Тут, прошу прощения, не уследил за этим моментом. Но в целом кор-позиции фармят. Это хорошо, и Айс вообще проблем никаких не чувствует. Если что, это будет рейдж и тэп-аут, и, по-моему, ничем, кроме хроносферы, и не отменить ему тп-шку. Так что Айс ничего не боится. Вот просто глянь, как далеко зашел Айс. Вместе с Олд Элевеном. Что это будет? Выход и Дум Вайда? Возможно, Олд Элевен пошел на Яо. Да, пошел на Яо, включил землю, дал Дум по Яо. И сразу же Open Wounds, и съедают Фейслесс Вайда. Так и не дал он хроносферу до того, как до него не добрались. Ну, да, Айс добивается. Шикарная интересно. Реализация, шикарная. Без шторма. Просто, знаешь, не знаю... Ну, пешком зашли, ничего не выдумывали, но почему я умудрился не убежать оттуда, непонятно. С другой стороны, это под собственным хайграундом. Ну да. Вообще, честно говоря, очень рисково играли Яхоум, но при этом они понимали, что никто им ничего сделать по факту не может. Да, конечно, какой-нибудь телепортик, там попытка подсейва, например, от Титана или же Феникса, но забили очень быстро этого Вайда. Возможно, даже не стульники прилететь бы туда. Подпушивает центр Олд Чикен. Позади него находятся три героя. Это Думвинга и, собственно, Сайленсер. Там у нас завязалась, я так понимаю, небольшая попытка захода от СД как раз-таки на Т1 Тауэр. Они так скучковались в лесу под смоком, во вражеском лесу. Ну, пока мы видим, что Яхоум удается избежать все эти драки, непонятно. У нас вообще смешной такой драгонайт, посмотри на него, голенький мужчина бегает. Забавно. Ну, хоть дракон в одежде не нуждается. У нас, кстати, в бок может заходить команда Яхоум. По крайней мере, должна это делать. Да, из-под ветреной, возможно, будет выход. Винга там есть на подсейве, Сайз уже заходит. Он, возможно, получит стан, ребят, отменяет сразу же.
Ну и Тавр Т1 потихонечку падает, настреливает его супер. Шторм тоже готов вроде как врываться. Наверное, Ехом мы не собираемся так просто до Тавра отдавать, это было видно. Пошел у нас Open Wounds по Драгонайту, но не сильно страшно суперу. Тавр все-таки добивают. Боятся Ехом, и они боятся напороться на эту комбинацию через Войда. Да, хотели поймать супера, дали по нему Open Wounds, но увидели, что там просто хаста на Драгонайте, и ничего ты, собственно, не сделаешь с этим плотным жирным героем. Да, бесплатно позабрали Тавр. Эта руна хасты не позволила, в принципе, ДК подставиться, следовательно, и Тавр ценой одной руны забрали. Ну и Инферст Бомба от Толчикина будут отвечать забором Т1 по центральной линии. Ну что ж, далее будем смотреть на действия Ехом, потому что Ехом немножечко приостановили свое давление. В свою очередь, Цедеки как раз-таки подсобрались там в центре нападения. Такое иллюзионное нападение. Да, потратили инфест-бомбу, все потратили. Самое главное, что потрачен был ультимейт, да, от Сайленсера. Вот да, это да, самое, да, наверное, хотели главное. Хотели забрать ДК, но это так вообще так круто, на самом деле. Такая крутая игра от мидера команды CDEC. Огромный кулдаун теперь будет у Ланема. 2 минуты по факту без ультимейта сейчас. И ребята из CDC, возможно, задумаются над выходом в свой какой-нибудь ганг а-ля, не знаю, там, нижней линии. Возможно, с выходом в пуш тот же. Есть ли смок у ребят? Да, есть смок. Феникс прожимает. Q и компания. 3 человека пока что из CDC. И, наверное, возможно, даже мы и Рошана увидим. Черт его знает. Нет, все-таки вниз идут на Сайленсера. Пытаются Ланема поймать. И заберут его без вопросов. Здесь Ланему просто-напросто не утит. Аут он никак не сделает. И врываются на Ланема. Через Спирита, через дом. Просто лопается. Вообще без шансов. Ну, это ответ вот этому глобалу, который был потрачен. Ответ тому же инфесту, который был потрачен. Цедеки возвращаются в игру. На самом деле, да, этим мувом... никуда и не уходили, если честно. Просто реально захватили преимущество и хомы там изначально. Это да. Но в действительности мы ни разу еще не видели купол с тобой. Вообще ни разу. Ни разу еще не был прожат ультимейт Войда. Это факт. И это 19 минут игры, на секундочку. А Яо в соло начинает бить Рошана. Рошан вообще его не особо чувствует. Вот Яо сливает все хп, а Рошан потерял 400. Сейчас Феникс. Вот Феникс показывает, насколько он мощен. Имбище. Просто Рошан даже в шоке. Рошан стоит и говорит, пофиксите Феникса, хватит. Яо уже на фулл хп просто. Феникс там быстренько залил, восстановил. Рэббит тоже хорошо пробивает. Если какой-то крит особенно прокает, вообще замечательно. Ну и БКБ появляется у Драгоннайта. Очень хороший итем сейчас у CDC появляется. Слушай, он-то с этим БКБ сможет столько шороху в драке навести. Да, там уже ну, не страшен. Да, у нас есть инициация от Феникса, у нас есть инициация от Рейскинга, есть уже дагер, инициация от Faceless Вайда, и я думаю, как дагер появится у Драгоннайта, вот этот звездный десант от команды CDC будет просто на голову Ехумом падать в какой-то момент. Так что и не такой уж мобильный, кажется мне, почему-то Шторм сразу же, или тот же Old Eleven, тот же Фенрир, который вроде высвапывает, спасает, но нет, когда у 3 человек будут дагера, не особо ты и спасешь своего оппонента, своего тиммейта, точнее, догонят. Сейчас может получиться у нас встреча. В Рейс Кинга находят. Надо давать по нему дум после того, как он поднимется. Рэббита пытаются раскатить. Вылазит он из лайфстиля. У него 3 жизни. У него 3 жизни. У него также эго есть еще, эго. Да, здесь нужно Ехом скорее бежать, чем драться, потому что все-таки могут и накрыть. Под БКБ супер бежит. 10-секундное БКБ. Айс имеет шанс встрять. Пролетает также Феникс. А проблема огромная у Фенрира. На ответочке стан дает по Рэббиту. Old Eleven подходит. Сразу же Санрей по нему работает. Стан от Рэббита. И убегает. Форстафает. Неплохо также у нас Old Eleven, и он живет. Да, и Doom был потрачен в Драгонайта с одной единственной целью — сбить с него хасту. На самом деле Яо в итоге отправляется в таверну, снова не дав купол. Да, но при этом погибает Фенрир, и Феникс появляется после ультимейта, начинает нападение свое на Old Chicken. Old Chicken делает попытку уйти, совершает такой побег. Но Айс вырезается в супера, неплохо его пробивает. Олчики натеряет команда Ехом. Айс пока грызет супера, супер на развороте. Можно дать стан, Стомп отличный от Гвардиана. Форстаф по Айсайсу прыгает. Old Chicken, он очень быстро появился, у него Bloodstone, мы помним об этом. Инфест сразу же от лайфстиллера, минус 4 делает команда Ехом. Минус 5, они еще и Феникса забирают.
Браво, 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 еще раз браво. Сколько жил Lifestealer и сколько же дэмэджа он нанес. Lifestealer 5450 по дамаге. 5450. Примерно как Феникс на 50-й минуте с двумя суперновами. Очень вновь сильно. Не хватило купола команде CDSC, вновь погибает Void, не вкастовав тот самый золотой ультимейт, который у него имеется. Ну и уже 22 минуты игры без куполов. 11 левел, второй левел. Это не может не расстраивать. Если я просто блистал на Фениксе в прошлой игре, то сейчас все это смотрится... Вопрос просто, зачем тогда? Зачем нужен был Void, если до сих пор вы играете без купола? Сейчас Хумом наращивают свое преимущество по голде, вырываются вперед, по экспириенсу вырываются вперед, а я, бедняга, всю еще кнопку R не может нажать. Продуктивно, по крайней мере. Ну да, возможно, это такие моменты бывают, когда ты хочешь очень хорошо прям поставить этот купол, ищешь возможность, но иногда нужно просто сделать это в одного героя, очень часто так случается. Ну и видели, что в этой ситуации Яо сложно что-то предъявить, потому что действительно его поймали очень здорово и наказали. Но с другой стороны, купола не хватает команде CDC. Для этого Яо вот копит деньги и должен приобретать себе даггер, у него уже хватает на даггер. Вот теперь вопрос с куполом и инициацией CD-ков немножко повнять не может быть. Да, Яо должен бежать покупать купол, потому что мы просто не увидим хроносферы до конца игры. Да, Сейсайс подформил здесь эншентов, как раз таки неплохо тоже зарабатывает. Появляется даггер у Войда, действительно. Ну и совсем скоро будет уже дезолятор у Lifestealer. Буквально там 30 монет остается. Супер пушит нижнюю линию под формой, с ним же Рэббит, с ним и все остальные тиммейты, собственно, 5 человек команды CDC находится на нижней линии. Ну, пока мы не видим, чтобы Ехом какую-то инициацию предпринимали на нижней линии, пока Тауэр падает. И Найк с ним инфесте. А, CSS подошел и просто отогнал всю команду CDC. Яо занимает интересную позицию. БКБ прожимает у нас Олчикен супер прожимает БКБ. Олчикен по итогу никого дэмэджа не носит. Купол хороший получился от Яо. Жжет Феникс. И получается также поставить ультимейт Фениксу. Айс. Пытается он драться на развороте, но Рэббит очень силен. Горит Айс. Получает стан от Фрейскинга. Свап от Винги хороший, но горит. Санрей при этом прыгает в инфест. В Дума Lifestealer выживает. Олчикен поймал стан от Рэббита. И Олчикен не уходит. Минус 2 делает команда CDSC. Забирает такого дорогого Шторм Спирита, на самом деле, и снова просто гайд по игре на Lifestealer от Айса. Максимум из возможного дэмэджа он внес и умудрился еще и спастись благодаря All the Level. И много благодаря Винге тоже, потому что свап от Винги был своевременным, потом он прыгнул в инфесте в Дума, тем самым позволив себе выжить. Ну да, ну опять же, все зависящее от себя. Все-таки Lifestealer сделал. Браво, браво, браво. Еще раз браво. Могли бы Ехумы очень сильно пострадать, если бы потеряли керри-героя своего. Айс тоже очень дорогая и важная цель. Примерно как Шторм Спирит. Шторма забрали, и видим, что пока что CD-ки, даже несмотря на то, что уступают по фрагам и немножечко по графикам, ну, давят по всей карте, и уже до хайграунда по ботому допушили. Ну и, наконец-то, хоть какая-то реализация этого купола. Никого не съели за купол, никого, в принципе, но купол был. Уже можно... Он дает время команде CDSC, он также отгоняет Ехом очень серьезно. Когда стоит купол, по факту помочь Ехому никак не могут. Они просто стоят и ждут, пока этот купол закончится. Сейчас мы это и видели. Феникс неплохо прожигал, но чем хорошо все сложилось для команды Ехом, то что куполе находился под рейджем. Lifestealer, если бы это не этот рейдж, то, возможно, бы его забрали. Ланема пытается убить Рэббит, у Рэббита, между прочим, уже дезолятор, в него прыгает также Олчикен. Рэббит, у него нет ультимейта, и Рэббита заберут. Здесь Рэббит сыграл самонадеянно и сверхагрессивно. Да, и Сайленсер Хьюрикен Пайк готов собрать. Кстати, Ланем-то у нас серьезная боевая единица будет с Хьюрикен Пайком. У него счет-то 1-1-9, слушай. Он да. Глифсы будут залетать жесточайше от Сайленсера. Плюс 14 уже у него из украденного интеллекта. Ну, неплохо. Дамаги много, 150 с руки будет Ланем наваливать. Под глифсами еще больше. На самом деле, хороший такой заменитель козы. Я бы сказал. Козозаменитель? Ну, в данном случае получается, да. Глиммерскейп появляется у Феникса. Тоже хороший выбор. Это поможет его команде.
Может и подсейвить в один момент неплохо. Титана есть и ул. Вообще итемы у CDK тоже хорошие. Там врыв пошел от Айса, но это скорее просто, чтобы тавер снести. Инфест, они хотели сделать инфест-бомбу, хотели синициировать на Тайтана, но не получилось и попытались просто сломать тавер. Понимают, что опасно, и отходят. БКБ появляется у Дума. И, по-моему, там Crimson Guard еще прикупил у нас, если я не ошибаюсь, да? Хьюрикен Пайк прилетел Сайленсеру. Хьюрикен Пайк прилетел Сайленсеру. Да, и уже почти готов Оркид у Шторм Спирита. Немного совсем остается до рецепта. Так что их мы нормально закупились. Ну и ЦДки прекрасно себя чувствуют по артефактам. Два скана были проюзаны, поставили параллельно. Да, 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 я вижу просто для симметрии. Все вокруг Рошана, просто понять, с какой стороны. Давайте еще посмотрим на итемы героев. Вот. Было бы неплохо нам показать сейчас, чул кого. Ну, из новых итемов, которые появились, это дезолятор появился на Айсе, и дезолятор также появился у Рэббита на Рейскинге. Ну и супер, по-прежнему, я думаю, копит все-таки либо на Silver Edge, либо он копит на Dagger. Думаю, что на Dagger. Так, врыва Толчикина. Врыва Толчикина под БКБ, супер. Он живет, Айс Айс грет супера. Пытается как-то нанести нужный дэмэдж. Под БКБ также и Doom. Агрессивно сейчас очень ведет. Но свап от Винги спасает Doom. Отличные действия от Фенрира. Правда, едва ли спасет это, конечно же, Фенрира. Он тут никуда не денется. С Томпом добивает его Elder Titan. Продолжает свою погоню Rabbit. Неплохо продамажил. Айс 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 пытается бежать. Яо догоняет, настигает буквально-таки его. И купол успевает. Пытает сбить ТП при всем при этом и дает возможность атаковать еще и в Рейскинг. Двум милишникам, да. Двум, там и Элдер Тайтан бил, и бил к тому же Рейскинг. Это просто блестящий купол. Вот шикарно, чего мы ждали, вот чего купол мы ждали. Да. Идеально, просто идеальная реализация своей хроносферы. Вот Вайда, браво, браво, еще раз браво. Когда два милишника из двух возможных умудряются бить ручками в куполе, это дорогого стоит. Браво, браво, и они открывают себе путь на Рошана, кстати, ЦДК. Да, хорошо зарабатывается так. Интересно по графикам глянуть, сколько сейчас будет в итоге перевес после этой драки. Вот, отправляются графики к нулю, устремятся. Да, 1000 с копейками и хоум, и 1500 по экспириенсу. Все, в принципе. Преимущество, по сути, можем говорить, что нет. Это там 1000, даже не знаю. Это золото на вес ореховых листочков. Ну и должны Роху забирать теперь игроки команды. ЦДК, я не думаю, что им кто-то помешает в этом. Там Керасу Рейскинг пытается себе выфармить, и он достаточно близок к ней. С учетом того, как фармит у нас Рейскинг. Да, Рейскинг хорош в этой игре. Лидирует он по показателю общей ценности. Чувствует себя крайне уверенно в этой игре. Действует агрессивно в драках, никого не боится. И это сторицей для его команды оплачивается. Очень здорово все делает команда с DC. И Рошан второй за ними, действительно. Три жизни вновь в Рейскинга. Да, вот я сейчас смотрю, вот то, о чем я говорил. Инициация от Q Феникс, естественно, на Икарус Дайве залетает. И три персонажа, которые должны бить сильно и жестко. Это Яо, Гвардиан и Супер. Точнее, Яо, Рэббит и Супер. У них есть дагера уже. У всех есть дагеры. ДК последний в этом списке. Кто его купил? Но купил. Да, пока... и форстаф еще появляется, смотри, у Элдер Титана. Вообще замечательно. Тут еще и ПЦ определенный против Лайфстиллера. Вообще форстаф против Лайфстиллера — это один из must-have итемов, потому что все-таки, когда у тебя Лайфстиллер вгрызается, форстаф очень здорово помогает. Ну, что далее? Притом не то, что только в тебя, но еще и тиммейтов всегда можно засейвить. Это вообще замечательно. Да, у него 460 мувспида, кстати, у Гвардиана. Он и пешком зайдет в любой файт. Да ему это не надо делать, он через Астралы. Это Драгонайт, конечно, забавный бегает, который голый. Он голый, да, на вашем мониторе? Ну, как не то, что голый, у него вот эти, знаешь, нижние латы, когда одевают. Я понял. На бои выходят. В комбидрессе. Да-да-да. Такой комбидресс из защитных лат. Интересно выглядит. Латексный Драгонайт. Ну и, видимо, решили пушить игроки команды CDC, готовы по топу зайти на Т1. Ну, тут дефать, по сути, я даже не уверен, что их умы хотят это делать. Купол уже откатился, все есть, у Рейскинга тоже три жизни, по-прежнему три жизни. Тот же ульт Феникса по-прежнему есть. Но стягиваются, тем не менее, стягиваются к Т1 игроки команды Ехум. Глобал имеется, Хьюрикен Пайк есть, в принципе, почему бы не подраться. Так, уже пошел дух. С подветренной, если что, всегда может подстомпить. Прогоняет тем самым немножечко команду Ехом своего же тавера. Воет, кстати, на БКБ себе копит.
так много ему остается, между прочим. И хотел бы позицию Дума сейчас обратить на нее внимание. Да, Дум находится так вот рядышком совсем, он готов войти, у него БКБшечка имеется, даггер имеется, то есть он, в принципе, очень мобилен. Но при этом забирают один тавр без проблем команда CDC и движется дальше к тавру под номером 2. 32 минуты игры. Пока преимущество игровое на стороне CDC, и они в роли команды, которая сейчас все-таки доминирует. Они идут вперед, они пытаются пушить, навязывать как-то драки. Но Ехоум защищаются. Рэббит прыгает у нас на Old Eleven, дает по нему стан. И, по-моему, Old Eleven не выживает. Да, он просто не выходит у нас по сути из стана. ISSI сейчас закончится. Рейдж купол отличный от Яо, но бить может только Dragon Knight. Свап от Винги тоже хороший. Санрей от Феникса заканчивается. Он прыгает на Икарусе, нажимает также и Феникс Сан. Рэббит прыгает на Old Eleven, дает стан. Old Eleven тоже погибает. Бэбэка Дума мы видим. Он возвращается в драку. Три героя у команды Ехоум живы. Будет ли какая-то попытка инициировать? Дум прыгает, дает Дум по Dragon Knight. Не самая лучшая, возможно, будет идея. Прыгает также и Шторм, пытается зацепить Кью. Кью живет. Форстав, господи, Юл хороший был в исполнении Гуардиана. Минус Ул Чикен, скорее всего, будет еще два удара, но хватает и одного, потому что Рэббит критует. Минус три уже делает команда CDC. Там пытается как-то еще грызть Old Eleven, но Яо, Баш не проходит. Стан зато есть у Рэббита, он появляется после уже Аганима, Аегиса. Господи, да что ж такое-то? Минус 4, в итоге даже минус 5 делает команда CDC, потому что был байбек от Ехоума. Бедный Дум, какая же серьезная дизмораль будет у него. Он бегал за Суперму, он сделал все идеально, он дал в него Дум, он дал в него Пюрдж, который у него был, который от съеденного сатира в лесу был. И Супер ушел на 40 хп. И в итоге подтянулся здесь взрослый дядя Рэббит на рейскинге, дал стан по Думу. И вот на таком лоу хп, когда от тебя уходит важнейший из соперников, важнейший из противников, это, конечно, очень сильно бьет по психологии. Тут команда CDC шикарно раскатила. Ну и, пожалуйста, график, если мы посмотрим после этого файта. Просто обрати внимание, с 4 плюс по голде, в 4 в минус уходит команда Ехоум по экспириенсу. Аналогично. Ну, давайте все-таки это мы еще раз посмотрим, что у кого имеется. Интересно, чем там завелись ребята из CDC. Там БКБшечка, мы видим, что уже у Ява имеется. Нужно просто вот ее забрать. Да, забирает. Смоук от команды Ехоум пойдет. И смотрим на инициацию. Врывается Шторм. В нем, естественно, как обычно, есть Инфест и Лайфстиллер. Сразу же забирают Элдер Титана. Рэббита, конечно, забрать крайне сложно. У него есть ультимейт. Правда, нет Аеги. Ее выбили в предыдущей драке. Врывается Волчикин неплохо Рэббит. Но форстав хороший от Олдлонема. И какой купол по троим от Яо. Начинает жечь Феникс. Рэббит не может, правда, бить, потому что купол не самым удачным образом поставлен. Ну, просто не достает Рэббит. Понятное дело, он бы впился в этот купол. И ISSI сделает тэп-аут под рейджом. Естественно, Войд не бьет, и баша никакого не будет. И Олдлонем получает с другой стороны баш. И вот он-то никуда не денется, скорее всего. Яо его должен здесь добивать. Еще один башек проходит. Минус 3 делает команда CDC. И мстят они за такую наглую инициацию от Ехоум по Элдер Титан. Рэббиту очень сильно нужен башер. Очень сильно. Вот эта ситуация показала, если у него хотя бы один баш какой-нибудь у Рейскинга прокнет, после Кераса, конечно, если он будет его собирать, то ISSI просто-напросто не боец против него. Какой бы жесткий ни был лайфстиллер, Рейскинг выглядит чудовищно. 4 левела плюс. По артефактам все великолепно. По экономике он обгоняет его на 6000, то есть на целый слот. Даже не слот, а слотище. 6000. Не каждый артефакт столько стоит. Так что, конечно, намного увереннее Рейс Кинг выглядит. Мне интересно, что там в Курьере, в Мертвом. Ничего у CDC в Мертвом Курьере нет. Я думал, может, уже какая кераска готова. Она по факту готова. Просто нужно ее прикупить и принести. Вот сейчас появится Курьер и, собственно... Вообще, подрезали так интересно Шторм этого Курьера, но... Он ничего не принес, к сожалению, команде Ехоум. И был не настолько важен. Там, кстати, готов Владмир еще. Команда просто уплотняется и укрепляется. Рейскинг приносит керасу для всей команды. Сейчас прилетит Владмир Фейслес Вайду. Тоже для всей команды. То есть дополнительная шикарная аура на всех игроков CDC. И дэмэджа будет колоссальное количество. Ну, я даже не знаю варианты эскейпа команды Ехоум. Удачно подраться, безусловно. Но вот эта глобал стратегия CDC, которая почему-то не режется глобал сайленсом. Сколько раз мы уже видим. Да, видимо, что сайленс действительно не работает у команды Ехоум. Он по факту ничего не приносит в драках. Купол
Вот, как ставил, так и ставит. Никаких проблем не наблюдается. Выпадает где-то, возможно, Ланем даже из этой игры. Ну, вот то, о чем мы говорили. То, что Сайленсер герой, который, ну, очень-очень редко прям заходит и заезжает в пики. И, видимо, почему, наверное. Реализация его не самая лучшая пока что от Ихом. Но, возможно, будет какая-то интересная драка, когда мы увидим Сайленс под врыв Шторма, например. Тут должно быть все очень четко. И врыв Дума, и врыв Шторма, и Сайленс. Все это должно быть скомбинировано. Сейчас нужно нажимать ультимейт. Товарищ Сайленсеру не успевает он его нажать, и уже стоит купол. Супер по факту погибает прямо в этом купеле, потому что успели до этого все-таки в него повесить также и Дум. Свап от Мирира хороший. И убегают с DC, действительно убегают, потому что дамажить некому было под купол. Ну и, наверное, даже в минус получился этот купол в итоге. Хотя вот сейчас на развороте попытается, возможно, подраться. Рэббит прыгает, дает стадмол Чикина с двух ударов, его просто забирает. Шторм не понял, что произошло, его просто размазало вот этой мысой по голове. Наверное, мечом даже, да, меч такой у него, который расходится на конце. Одланем получает стан от Рэббита, пытается как-то Рэббиту драться. На бэйбеке Олд Чикен врывается, сбивают уже. Ультимейт у нас товарищу в рейскингу. Олд Элевен получает баш от Яо. Яо пытается тоже внести какой-то определенный дэмэдж. Винга погибает. И Айс добивает все-таки у нас в рейскинга. Проходит ультимейт от Феникса. Айс пытается бить Гвардиана. Получает от него стомп. И Гвардиан делает тэп-аут. Получится ли? Да, улетает. На 30 такая драка просто. Бум-бум, там-сям. Но мы видели, что если бы еще удалось ультимейт дать товарищу Сайленсеру до купола, было бы, возможно, еще лучше. Я думаю, просто иначе немножко было бы. CDC не ставили бы этот купол и не дрались бы в такой, ну, простите за выражение, немного странной. Ладно, так, не буду извиняться за выражение. Немного странная позиция. Они ставят купол на ХГ, по ним дамажит Тавр. Вся команда Ехум, там, ну, из тех, кто рейнджевые атакеры, просто стоят вне купола и спокойно стоят и наваливают вам. Смысл вообще драться был команда CDC, я не понял в этом моменте. В итоге это не драка была, а суматоха как с одной стороны и с другой. Я другой момент хотел отметить. Пока ты за основными событиями наблюдал, я наблюдал за Яо. Яо всю игру фулл-хэповый бегал и бил. Сначала бил Фенрира, потом он в соло руками, без всяких каких-то вспомогательных штук, просто руками забил Дума. Когда у него появится какой-то крутой демок... Шторм врывается, я тебя перебью, ты уже извини. Там у нас пошла инициация неплохая-таки от Олд Чикена. Супер, под БКБ дает стан Олд Чикена, но демеджа попросту не хватает и бежит уже. Супер, но на развороте можно Асеса подцепить, потому что есть Драгон Форма третьего левела. Сбивает куполом Яо. ТП-аут от Айса, и его, естественно, не отпустят. Также и стомп поверх этого всего дела. Хороший килл для команды CDC. Половинка этой глобал комбинации, на самом деле. Вот единственное, чего здесь не было, это супернова. Но было бы больше людей в куполе, умерло бы больше людей в куполе. Рошан все время появляется. Третий Рошан — это сыр плюс Аегис для команды CDC. Не будем забывать, что в купол еще и сплэшом Драгонайт бьет. Живой Драгонайт в форме бьет сплэшом в купол. И команда Йохоум — это дэмэдж. Я даже не знаю, как будет переживать. Если самые жирные ребята, типа Сайленсер, Лайфстилера, точнее, не могут пережить. Сайленсер, в принципе, ничего не переживает. Если ты вспомнишь Нетворс Драгонайта в прошлой игре в исполнении Йохоум, в 60-й минуте, когда у него было, там, по-моему, 14 тысяч, если я не ошибаюсь. Да, да, да. То сейчас у Драгонайта уже 18, посмотрим, насколько серьезно этот герой становится. Если он впереди. Если он действительно опережает своих оппонентов по нетворсу. Да, они идут сносить мидлейн. Они идут сносить мидлейн, они сильные и крепкие. Сейчас откатится через 35 секунд хроносфера. Diffusion Blade покупает Faceless Void, продолжая тему о том, что дэмэдж ему необходим. И теперь CD-ки... Мне кажется, имеют все шансы центральную линию забрать. Снова эго у кого? На этот раз, по-моему, Драгонайт, Аегис, да. Да, ТК. Роскошь ВК носить на самом деле Аегис, потому что и так, в принципе, много он живет. Да, эстотопа просто нет уже, неудобно что-то, да, укладывать. В целом, тоже верно. Появляется Diffusion Blade. Укой, да. Поднесет. Кстати, сыр тоже у Яо в инвентаре находится. Чтоб, если что, точно дать купол. Чтобы не было этих коллапсов, как в старте этого матча, этой карты. Ну, тут все в позиции будет зависеть. Даже если ты будешь жить там, пускай, это не столь важно. Главное, чтобы у тебя позиция была хорошая для этого купола. Я не знаю, я на Драгонайта смотрю, и меня улыбает, как обычно. Я не знаю. Бегает этот парень с кулаками. Бах, бах, бах. Чем не кулаками, как-то телекинезом бьет, да, на расстоянии? Да не, кулаками. Ну, просто там рейндж такой, он же на рейндже, кулаком, да, на рейндже, да, да, бьет.
Слепьяны. Это как в фильмах, когда не хотят увечья нанести, когда делают драки там постановочные. Там тоже. Там, главное, чтобы падали после этого. Вот тут как крипы тоже падают. Неплохие актеры, мне кажется. У которых еще нет Оскара. Да-да-да. Четыре игрока находятся под смоком. Это будет своеобразный такой, возможно, бай даже на Dragon Knight. Видимо, что Rabbit идет впереди планеты всей. ДК пока потерялся. Old Chicken, в нем находится Lifestealer. И уже такую защиту свою строят оборонительные редуты команды E-Home. Несколько реминантов. Неподалеку находится Олданэм. Он готов всегда дать сайленс. Главное теперь успеть уже до купола это сделать. ДК уже потихонечку набивает тауэр. Возможно, мы сейчас видим какую-то инициацию. В ДК врываться не хочется. У него есть Аега, и это понятно. А вот в Рэббита, возможно, и войти стоит. У него, конечно, тоже ультимейт. Врывается пока Олд Чикен прямо на Феникса. И купол там ставится неплохой. Очень неплохой купол от Яо по двум героям. Даже по трем. Фенрир тоже в куполе. Ведь находится супер по БКБ. Фенрир уже погибает. Отличный сплиттер был в купол. Также дан от Гвардиана. Погибнет, скорее всего, и Лайфстиллер. SSIS догорает. И Олд Чикена тоже ловят стан. Это был Dragon Knight. И минус 3 ГГ пишет. Ни у кого нет байбека. Просто-напросто нет байбека Лайфстиллера. 2-0 для CDC. Ну, они шикарно выглядят. Они на фоне команды E-Home выглядят очень серьезно, свежо, я бы даже сказал. Если мы учитываем пики, учитываем их реализацию. Команда E-Home, если в первой игре какой-то бой дала, то здесь CDK'и, отдав старт этого матча, ну так, отчасти отдав, в целом давили, давили, еще раз давили. ВК, выбор ВК, 12-4, просто браво, блестяще. Dragon Knight тоже на голову выше, чем тогда был в пике команды E-Home. Поэтому, конечно, заслуженно, заслуженно. Не 2-1, как все предсказывали. Даже я не знаю, что сказать. Я предсказывал, что это будет 3 игры минимум, 100%. То есть, ну, вряд ли я ожидал, кто-либо ждал 2 игры. Видимый дэмэдж. Дэмэдж от Рэббита 18 и 2000. Неплохо, неплохо. SSIS тоже хорошо надамажил. Так почему-то он показывает как суппорт здесь, но это вряд ли. Просто он надамажил как суппорт. Вот и вся беда. Хотя, если мы вспомним, да, Феникса. Он лучше дамагер в своей команде. Да, я же говорю, если мы вспомним Феникса в прошлой игре, тот дамажил. Вроде бы был суппортом, а дамажил так, что ой-ой-ой. Лишь 16%, друзья, из вас, кто голосовал в нашей группе vk.com/sltv, верили в то, что CDK выиграет 2-0. Остальные люди прогнозировали в основном на счет 2-1, и мнения разделялись, кто в пользу E-Home, кто в пользу CDSC. Но те, кто в 16%, вы молодцы, вы были правы. И CDSC, возможно, для кого-то неожиданно, а для кого-то ожидаемо, выигрывают эту серию счетом 2-0 и двигаются в полуфинал, где они сыграют, между прочим, с кем? Да, сейчас. Господин режиссер, покажите нам, с кем сейчас они сыграют. Сейчас глянем сетку и... А, вот она. CDSC сыграет с Винкс, которые, ну, не имели, честно говоря, серьезного оппонента в четвертьфинале. Все-таки австралийцев считать за команду, которая может составить конкуренцию китайским коллективам, особенно таким коллективам, как Винкс, это едва ли. А завтра мы увидим матч LGD против Ньюби. В это же время, в 2 часа по Киеву, по Москве, этот матч состоится. Я думаю, будет заруба тоже очень интересная, хотя это Ньюби-Юз, естественно, но один состав Ньюби уже покинул турнир, и причем покинул турнир против команды CDSC Юз. Возможно, здесь тоже молодежь выстрелит. Да, молодежь должна. А завтра уже определятся пары полуфиналистов. Напомним еще раз, всего лишь одна команда летит в... как победитель квалификации, летит в Америку, да, и китайский дивизион — это последняя из квалификаций, которая осталась. Так уже победители Европы, Америки и СИА определены. Так что будем смотреть. И это еще не все, друзья. Это еще далеко не все, потому что сразу же завтра после матча в китайской квалификации на Star-серию второй сезон вас ожидает трансляция сразу же на, скорее всего, на том же канале, на StarLadder 1 и открытой квалификации на The International 2016. И... это сюрприз для вас, будет интересное освещение, начиная же с Омбенквал. Начнем мы небольшим составом, потом расширимся к основным квалификациям. Я думаю, что будет очень интересно, и все, кто придут посмотреть, не останутся равнодушными. Так что, друзья, не забывайте следить за нашими анонсиками в группе vk.com/sltv. Обязательно заходите на наши социальные сети с другом, тоже читайте, потому что мы тоже анонсируем все, что происходит у нас на студии, собственно. Ну и... не думаю, что мы долго с вами прощаемся. Увидимся уже завтра. Спасибо вам, кто зашел на трансляцию. До завтра, друзья. Пока. Всем пока.